Ух ты, Беккер. Ой, во, нифига себе. А ты откуда здесь? А, вспомнил. Сейчас я вам расскажу одну историю. Погнали. Так вот, про Беккер. Что я вам хочу рассказать про Беккер. Упала посылочка на меня. О, какая-то фигнюшка. Короче, это Беккер. Это компания, которая занимается саженцами. Они прислали вот эту вот мне посылочку. Причем доставка, кстати, быстрая. Я даже не ожидал, что он так быстро упадет на меня. Ну, точнее, придет ко мне, да? Но молодцы, Беккер, молодцы. Стоп, может, я рано хвалю? Сейчас мы все это проверим с вами. Какую-то они ту бумажку. Электронный денежный перевод. 0 рублей, супер, 0 рублей. А почему 0 рублей? А потому что это, как они называют, досыл. Ой, порвал, ну ладно. Они это называют досыл. В плане каком? Было дело у меня в мае. Это дело еще длится с мая. Заказал я себе саженцы. Конечно! Я уже сплю и вижу о фруктовых деревьях, о крутых саженцах, о полезных фруктах, на которые висят на деревьях у меня. Поэтому я и начал их заказывать очень много и постоянно. Очень. Так суть в чем? Прислали они мне, конечно, саженцев. Молодцы. Я сейчас отлучусь за ножичком, а вы слушаете историю. Прислали они мне, очень молодцы, саженцев в мае. Но, к сожалению, много деревьев было засохших. Ну и, конечно же, многие не прижились. Очень расстроился. Ну, как бы у них есть гарантия у Беккеров наших, да? Типа 90 дней, если что-то не приживется, мы вам пришлем, мы вам присылаем. Как бы, с одной стороны, это хорошо, конечно же, это плюс. А, но есть одно но. Теряешь время. Я посадил весной, да, в мае. Сейчас у меня уже деревца были бы крутые и большие. Кстати, вот на заднем плане вот эти прижились. И они симпатичные. Так вот эти все были бы такие же. Но, к сожалению, деревья пришли сухими. И они, бедняги, не прижились. Но я написал ребятам. Ребят, ну, я буду рассказывать и открывать потихоньку. Ребят, ну, саженцы не прижились. Ну, пипец. Ну, как так? Ну, все, не боись, пришлем тебе заново. Мне так они сразу сказали. Ну, это надо отдать должным, они молодцы. Они прислали, да. Они прислали спустя 3 месяца.
молочинки. Но, как повторюсь опять, мы теряем время в данной ситуации. То есть уже деревца были бы большие, но, к сожалению, они не прижились. Пришлось их разрубить, отправить им фотки, что вот все, ничего не работает, ребят, все высохшее. Они ясно, понятно, присылаем. И вот они прислали. Блин, я так люблю посылки, а открывать посылки с деревьями твоими будущими, ну, наверное, это, наверное, круче всего. Единственное, конечно, хочется, чтобы опять было хорошее, все сухое. Ой, сухое, что я говорю вообще? Свеженькое, чтобы все прижилось. Чтобы все прижилось. Но, кстати, вот веточки зелененькие, смотрите, зелененькие, но листья уже гербарий. Да, листья уже гербарий. Но я фиг его знает, я не агроном, я не садовник. Но надеюсь, что в этот раз прислали все хорошее. Все-таки я на осень посажу. Они сейчас простоят сколько времени, да, всю осень, всю зиму. И по весне, в лучшем случае, если они приживутся, они начнут расти. В этом минус осенней посадки. Я ее не люблю. Но весной получилось вот так. Как я рассказал уже выше. О, смотрите, что они мне прислали. Ну-ка. Давайте все по порядочку откроем. Аж зелененькая, ребят. Ну вот это другое дело. Ну другое же дело, ну правда. Все, теперь она приживется, ежевичка. Все, конечно, она приживется. Но даже если она не приживется, если вы прислали зеленую, ребят, претензии уже я не могу никак предъявить. Вы мне прислали зеленую. Все, вопросов нету. Это у нас что? Виноград Макси черный. Кстати, зелененький, очень интересный. Очень интересный, то есть, ну, тоже очень надеюсь, что приживется, очень. Вот это что у нас за веточка? Роза, бакара. Она высохла. Но мы это стриганем, все. И будем надеяться, что все будет расти. Так, что они нам тут прислали? Гринцевич Оля нам собирала. Оля, ну конечно же Оля, но Оля это самое популярное имя в Беларуси. Виноград, ежевика, крыжовник. О, 84 рубля все это стоит, но мне это в окоплате 0. 0 рублей. Ну потому что я ему уже заплатил на 180, эти саженцы в свое время купил. Персик колоновидный, хурма, королек, зисифус конфетный, груша медовая, вишня, чудо-вишня. Короче, 9 позиций. Что вот это у нас? Крыжовник бесшипный медовый. Ну, смотрите, какой большой крыжовничек, да? То есть, ну, большой. В прошлый раз прислали вот такую вот обрубыш, засохший и все. А сейчас большой. Это что у нас? Груша медовая. Ну, слушайте, саженец хороший, интересный. Мы вот так обстрижем, засохшее все. А может, вот так обстричь, наверное. И посадим. Так. Это что у нас такое интересное? Персик колоновидный, медовый. Такой прикольненький. Ха, интересно. Так, это что? Зизифус конфетный. Блин, а где он был все это время? Он неужели он засох, пока он ехал ко мне? Но уже он хороший, все равно засохший, но все равно ведь хорошенький. Так, а это что? Это у нас... Хурма королек. А моя хурмочка так и не прижилась. Да. Ну вот прислали новую. Ну, буду надеяться. Обстригу вот так и все. Потому что тут засохшее все. Оно уже не восстановится. А это что?
Вишня, чудо-вишня. Боже мой, бедняжка вся засохла. Ну, стриганем тоже. Вот так, 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 стриганем посадим. Ну, вот как бы и все. Такая моя история, такая моя распаковка. Канал Графобзор. Оставайтесь с нами. Всем пока. А я снова спать. Ой, какой спать? Садить саженцы надо. Все, ребят, я погнал садить саженцы. Все, 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 пока-пока.